Да он, когда мой правый боковой заглотнул и не вздрогнул, жутко было. Но самое страшное – глаза стеклянные. Я не бакланю, там Крыхан съехал, не прощаясь. Ты видел, как он скалился? Обнял Лидку и – бах. Что он сказал? Можешь повторить дословно? Старичок, нам с ним тогда не до разговоров было. Что он сказал Лиде перед выстрелом, Саша? Ну, что-то вроде хуже не будет. А, вот, точно. Худшее позади. Прикинь, сострадатель хренов. Ну да, для Лиды с Борей худшее уже позади. Да, я не знаю, в курсе ты или нет. После Лиды он в себя еще стрелял. Да патроны кончились. Я не бакланю. Там псих на всю голову. Ну, давай. Ой, Ореша, ты бачишь, это дурной знак, когда начальство задерживается допоздна. А кто это вышел? Что, опять стажеров набираешь? Или это агент под прикрытием? Новый зам по кадрам. Да ты ж. Ага. Слушай, Игорь, ты, может, сделаешь доклад в свободной форме? Так а что там докладывать-то? Похоже, что наша доценка стала жертвой автоподставщиков. Что-то пошло не так, и ее убили. Абсолютно случайно. Это называется эксцесс исполнителя. Мой дорогой спецназовский друг. А кто раскрыл, что это автоподставщики? Я раскрыл. А, молодец. Вообще-то автоподставщики – откровенная поца. И ведутся на любой кипиш. Вообще вся эта история напоминает мне какой-то привет из 90-х. Хотя мысль дельная. Завтра позвоню старому приятелю. Тем более есть инфа, что ее босс, он же близкий друг, выбросился из окна в аккурат за день до нашего инцидента. Ведь, ну, самоубийство – это не наш профи. Игорь, насядь на эксперта. Может, микрочастицы остались в ране. Может, она коготки оставила в одном из них. А ты проверь камеры наблюдения. У меня все. Слушай, подруга, ну, я вообще-то его для себя берегла. Или ты думаешь, я просто так к тебе его направила? А я уже размечталась. Думаю, подруга заботится о моей практике. Нет, я забочусь о своей практике. Это у тебя, у мужиков, целый конвейер. Выгоняешь, когда хочешь. А мне вот на весь батальон только один такой достается, который возбуждает. Ой, хорошо как. Слушай, а ты ему на те же точки понажимай. А тут я вся в белом и полупрозрачно. Я, может, нажимала на все точки, на которые только можно. В смысле? Расслабься. Лежи и получай удовольствие. Я еще после этого, как его, у которого жена и лапочка-дочка не отошла. Не хочу больше служивых. Да и вообще, переходить дорогу моей подруге не в моем стиле. Спасибо, милая, спасибо. Спасибо тебе. На, рабовладелец, тримай. Война и мир в трех томах. О, а це що? Кричевский ХП. О, це я знаю. Хит-парад української пісні. Радіохвиля міліції. Страшно слушать, труднее увидеть. Що ти такой серйозний? Що сталося? Глянь, ти когда в ссылке був на землі? Ну. Не виїжджав случайно на самоубийство? Некоего Петряка.
Я что-то не помню. Так. Прошлый месяц, 42 года. Задохнулся в собственном гараже. А, этот? Да, припоминаю. Пришел, покушал в тесном кругу семьи, пошел в гараж и едят его мухи. Ничего тебе не показалось странным? Да не, вроде ничего, что. Ну, классический горняк. Так пожарные называют угоревшего. Так и что? Так вот, ему принадлежала фирма, на которой числилась половина торгового центра на Голосеевской площади. И он продал ее незадолго до смерти. Может, его кинули на деньги, вот он и... Не наш случай. Сам себя, всю. На, почитай. Да, понял. Николаич, спасибо, что вызвали. А то я все никак попасть к вам не могу. Давно пытался поговорить с вами. Кстати, насчет поговорить. Ходят слухи, Таран в милицию вернулся на свою должность. Да я же вам пытался рассказать. Я видел его случайно. Да? Не помню. Слушай, ты присмотри за ним. Зачем? Он-то нам каким боком? Ты сделай, как я говорю. Так надо. Кому надо? Как это кому? Слушай, иди, Саша. И шо? Тебе не кажется это подозрительным? Чего вдруг? За последние полгода 8 человек продают бизнес и сводят счеты с жизни. Кстати, один из них – босс и любовник нашей автоледи. Фамилия его Кричевский. Бизнеса продаются за копейки, и угадай, кто становится единственным счастливым обладателем. Наш старый знакомый Крест. Совпадение? Может так, а шо? За пару лет Крест взял под себя порядка 100 крупных объектов. Очень крупных. Об этом даже в газетах писали. Ну и шо? Да хоть в журналах! У Ситников в крови френодол. Кстати, он занимался этими суицидами. Хорошо, предположим, их застали продать там бизнес. Как? Как? Шо их? Отвезли в лес? Пытали каленым железом. А 120-я статья слыхал? Слыхал. Доведение до самоубийства. Так вот, пытать и вешать – методы прошлых лет. Сейчас более тонко работают. Внешнее воздействие. Только так можно объяснить количество суицидов, совершенных в одно время, при сложившихся сопутствующих обстоятельствах. Хорошая речь. Браво. Браво. К суду готовишься. Дорогие товарищи, прошу посадить гражданина Креста по подозрению в магии. Бо этот Гарри Поттер уже задолбал. Слушай, тебе поспать надо, и желательно не одному. А мне он еще видосы смотреть с камер наблюдений. Усю ночь. Так что хватит вот эти вот. Здравствуйте, Александра Викторовна. Таран моя фамилия. Как и договаривались, звони насчет ужина. Не хотите выбрать время и место? Я даже не знаю. Это он. Просто сегодня... Соглашайся, пусть. Пускай друга с собой возьмет. Ну, скажи, подруга погибает. Дело в том, что тут одна сложность возникла. Я сегодня с подругой договорилась. А у вас нет какого приятеля ей для компании? Ну, если они себя будут плохо вести, мы их выгоним. Одни догуляем.
Ладно. Так, я не понял. Что ты меня гоняешь? Я тебе что, девочка? В начальника решил поиграть? Следуя твоему совету, разбавляю одиночество. У кандидата номер один подруга скучает, ясно? Ну что ж, а следующий тост я предлагаю за прекрасных дам. Потому что только ради них мы готовы на подвиги. И только они могут разглядеть нас наличие интеллекта. Ну, а для Лады Федоровны это вообще просто профессия. Ну, можно просто Лада. О, ну и за просто тоже. Леонид, а вы поразительно не похожи на опера. Скажите, а вам не сложно с такой душевной организацией работать с суровым контингентом? Дорогая Ладочка, в мене є декілька секретів, котрі мені помагають, мотивують. Я мог би розкрити вам свою душу і показати усю тонкость своей организации. Господа, а сколько можно сидеть за столом? Может, пора пригласить даму на танец? О, действительно. А вы к плезирку? Я? Ну, ладно. Прошу. А вы хороший друг. Иронизируете над Леоном и в то же время готовы за него и в огонь, и в воду. Это видно. Он хороший мужик. Только специфический. А ваша подруга тоже не из робких. Не знаю, может быть, вы надеялись, что ли он пригласит вас и оставит меня с ней наедине. Первый раз в жизни встречаюсь с сыщиком и чувствую, что это гораздо опаснее, чем кажется. Только не для вас. Может быть, перейдем на ты? Давайте попробуем. Ты тоже очень хорошая подруга. Уже не очень. Ладно, Сашуля, зови. Ну, нравишься ты ему, что тут поделаешь? Пусть все идет, как идет. К тому же, Леня мужчина очень даже ничего. Я тебя люблю. Я тебя тоже. А ты знаешь, что тонко организованных ментов надолго оставлять самих нельзя. Иначе напьются, будут говорить о работе. По традиции. Вот это по сети ресторанов фастфуда. Вот это дополнение к договору. Хорошо, что вы здесь. Вы не могли бы оставить нас?
На минутку. Конечно. Я за остальными документиками зайду попозже. Адвокатишка хренов. Степан Николаевич, что происходит? А что? На днях бабу грохнули, который 10% отписал перевозчик-парашютист. Это нормально? Я тебе кого-то из этих людей поручал? Нет. Тогда что ты волнуешься? Я здесь ни при чем. Их на небо призвали. Все мы там будем. Рано или поздно. Степа, если еще кто-нибудь умрет, я выхожу из бизнеса. Не волнуйся ты, все нормально, все в порядке. Иди вон лучше Тараном займись. И Прюкова пришли обратно. Спасибо за вечер. Было замечательно. Счастливо. Вы обещали не приставать. Обманул. Подожди, осторожно, продвигайся. Друг твой. Да. Здорово, Тарас Сергеевич. Здраво будь, боярин. По какому телу пожаловал? Хотел тебя спросить. А? Есть такой препарат, называется френодол. Слыхал когда-нибудь? Ну, слышал. Что можешь сказать? Витя, это вообще не в моей компетенции. Тебе-то оно зачем? В крови у Ситника нашли эту хрень. А вот это уже интересно. Френодол, говоришь? Хм. Нет, так одну скидку не вспомню. Нужно поднимать архивы, старые дела, записи. Сделаешь. С меня рюмка чая. Витя, Витя, чай сосуды не расширяет. Ну, а пока тебе нужен Бродский. Кто это? Психиатр, достаточно известный. Про эту хрень, кроме него, тебе никто толком ничего не расскажет. Он собаку на нем, конечно, не съел, но покусал ее изрядно. А зубы при этом обломал. Ну и как его найти? Да не вопрос. Что ты без меня делал? Бродский, Бродский, Бродский. Только, Вить, я тебя предупреждаю. Характер у него, ух, непростой. Пиши. У меня с психиатрами всегда получалось. Спасибо. Витя, погоди. Если вы хотите Ситника отмазать, ищите что-нибудь посерьезнее. Френодол – это не аргумент, под ним не убивают. Он убил людей, которых я знал всю жизнь. Поэтому отмазывать его никто не будет. А насчет френодола, я просто хотел знать, каким боком он оттуда вылез. Салам, дорогой. Можно я заеду? Чайку попьем?
Ну как морда, зажила? Что за дела? Дай ключи. А тебя что, с модного бобика в тазик пересадили? Наказали за залет? Или это конспирация, Штирлиц? А что это у нас в кобуре? Ты ездишь со стволом в кобуре за начальником УГРО, чтоб я тебя больше не видел, понял? И передай своему шефу, что разговор, который он давно хотел, назрел. На тебе ключи. Эти люди называют нас мусорами. Да, можно? Ну, конечно, конечно. Заходи, дорогой. Заходи. Ну, салам. Салам, братан. Ты меня совсем забыл, а? Да, а я о твоих подвигах наслышан. А восстановление на службу, что ли? Да. Да ты чё? Ну, как тебя угораздило, а? Сделали предложение, от которого не смог отказаться. Слушай, я к тебе за помощью, Бег. Все, я пошел. Сажусь. А я его еще сопляком помню. Кто бы мог подумать? Я бы мог. Поэтому и подтянул. Ну, какие проблемы? Недавно на дороге женщину убили, слыхал? Понятно. Ко мне уже местные опера приходили. Обыском грозили. Она у меня Мэрин покупала. Деньги внесла, а забрать не успела. Мотив, однако. Короче, по раскладам, это автоподставщиков работа. Ну, скорее всего, косяк. Эксцесс наркомана в стадии жестокой ломки. Ну, ты эту публику знаешь? Да. Так вот, мне бы хотелось с их старшим побеседовать. У меня с ними контакт не очень. Были терки по некоторым темам. А ты прояви разумную жесткость. Они не идиоты. И трусы. Им лучше мокрушника сдать, чем свой бизнес под молотки подставить. Сделай, Бег. Здравия желаю, начальник. Не мы это. Наш бизнес крови не любит. Послушай, Торба, у меня нет времени на эту туфту. Мои люди нашли наждачку на трупе. Машину ваши работали, это факт. Слушай, начальник, бизнес сейчас никакой. Три машины на работе, все экипажи проверенные. Наждачка с мокрухой мимо меня бы не проскочила. Да, Лень. Стой здесь, никуда не уходи. Молодец. Хорошо, хоть какой-то от тебя толк. Быстро эти фотки мне кидай. Не твои, говоришь? На, смотри картинки. Это фото с камер съезда с набережной. На первой – машина, где ехала наша убитая. На втором – бумер, который проехал через 20 секунд. Мать твою, а! Номера можно увеличить. До суда будет достаточно. Так что пойдешь либо как организатор, либо как соучастник. Так или иначе, сейчас ты едешь со мной. Давай так. Я сдаю тебе эту мразь, тачку, и по этому бизнесу мы глохнем. И за мной должок. А добро я помню. Веришь, я здесь не при делах. Но это мы потом проверим. Погоняло у него Шумахер. По паспорту Присяжнюк. Торчит в Ирпене на даче. Пятая линия, квартира 9. Реально у него крышу рвануло. Наркота? Не знаю, я за Шушерой не слежу. И напрасно. Босс всегда в ответе за своих подчиненных. Не знал? Ладно, где остальные? Один с ним был. Наберешь, я тебе его подошлю. Бывай. Торба, мобилу верни.
Алло, Лень. Поднимай бойцов, есть работа в Ирпене. Дом на следующей улице. Третья дороги. Свет есть. Местная бабка сказала, что там живет какой-то дед. Детей нет. Есть внук. Мне кажется, это наш клиент, ребят. Что, хорошо было бы сначала разведать, прежде чем соваться. Ну? Давайте я пойду. Подозрений меньше. Да и умею я с мальчиками разговаривать. А тут не мальчики, тут бандиты. Молодцы, не кину. Тут шмальнут, кровь польется. Ты думал, мы до тебя в отделе только бумажки писали? Ой, а шо вы там? Так, Леня. Ну да. Значит, идешь туда, говоришь, что ищешь дачу друга. Если он там, сразу выходишь, мы под домом. Понятно? Люда? Да. Что? Вот тоже, понимаешь, не бумажки они писали, что-то другое робили. Здрасте. Я не понял, что мы ищем. А я друга ищу, он где-то здесь живет. Уже нашла. Я твой друг. Пойдем, посидим. А я пойду. Меня ждут. Кто там ждет? Подождет. Влад! Стоять! Здорово! Привет. Привет. Мы с Ладой, как женщины благородные и благодарные, решили устроить вам лаверды. Ну, правда, на ресторан денег нет, но тихий семейный ужин гарантируем. Часов 8 придете? Постараемся. Сейчас только помучаем одного злодея и приедем. Я не знала, что ты мучаешь людей. Он не человек. Он женщину убил. Монтировка. Вот сволочь. Ладно, мы будем ждать вас столько, сколько нужно. Не торопитесь. Я знал, что в душе ты жесткая и коварная женщина. Скоро будем. Это все? Смотри мне. То я тебе быстро в соучастники переделаю. Веди его к следователю. О, Роман, слушай, я тебя умоляю. Либо я что-то разучился, но не может людина так брехать. Навещо тогда монтировку в машине бросил? Это же улика. На ней кровь есть? Та ты что, там джекпот полный. Кровь, волосы, мозг. Я не знаю, у меня не дело, а сказка. У меня никогда не было столько улик. Леня, оформляй все как надо, особенно про монтировку. Я подтянусь. Алло, Марин. Слушай. Ты помнишь, когда-то ты писала статьи про НЛП? Да, нейролингвистическое программирование. Совершенно верно. Ну да, я раньше думал, что это сказки, но времена поменялись. Можешь меня просветить? Ну хорошо, позвони, когда сможешь. Аппетитненько. Погоди. Хватать еду до приглашения за стол, мы готовы. Понял. Изучаешь мою жизнь в картинках?
Насколько вижу, она была довольно насыщенной. Да. Вот это я на Алтае, на практике. А вот это в Туркмении, на семинаре. Ну, а Закарпатье вообще как родное. А вот это? Зачем? Я знала, что ты спросишь. Да, была в моей жизни такая страница. Когда денег не было, пошла на контракт в армию к одному не очень хорошему человеку. Ну и вот 3 года коту под хвост. Так ми будемо сьогодні їсти чи ні? Да, Степан Миколаевич. Хорошо, давно. Я сейчас в гостях. Давайте завтра. Что? Насколько срочно? Ладно, пишите адрес. Андреевка, 4. Подъедете, я спущусь. Что случилось, Степан Николаевич? Виктор Романович, мне хотелось бы вас предупредить. Бросьте дело до ценка. Ради вашего блага. Ого, какая прямота. Это необходимо. Степан Николаевич, вы меня неприятно удивляете. Скажу вам по старой дружбе. Мы его раскрыли. И вашего участия там я и не нашел. Просто ошибся. Нет. Я ошиблись. Я просто хочу вас попросить поставить на этом точку. Ваши труды будут вознаграждены. Степан Николаевич, вы себя хорошо чувствуете? Что это за спектакль? Нет. Все нормально. Простите. Ладно, забудем об этом разговоре. Знаете, а вы лучше идите домой. И мне уже пора. Меня жена ждет. Вы снова женились? А как же? Впрочем, поздравляю. А він таки йому каже: «Ні-ні-ні, куме, то написано, нехай щастить». О, Романович, що ж? Щось трапилось? Похоже, мир сходить з ума. Так, це не тільки мир. Тут дівчата таке твориться, ну ладно, не о роботі. Мужчина, ми будемо сьогодні пити чи ні? Звісно, так. Значить, це за вас, за присутствуючих дам. Хватит, хватит, Лёнь. Вот да, давайте. Так как компания, едят меня мухи. Будь добру. Тут Лёня о твоих скрытых талантах поведал. Похоже, этот Лёня. Да, пришлось, пытали. Давай. Просим. Чё играть-то? Ну, что-то лирическое. Все забудет. Был май, снова осень, посекло дождем. Нельзя сорваться, поезд никого не ждет. Прости, что на лице нескрытая печаль, не вспоминай.
не вспоминай. А счастья ждали очень, не видать мое, не отследить воочию 9 граммов лед. Наверное, не на всех незримая печать. Не вспоминай, не вспоминай, не вспоминай. Не, ну, ну то, что крест пришел на автопилоте, знаешь, я не удивляюсь. Я таке бачу. Они он перенюхают, потом чудят. Крест никогда не предлагал мне денег за столько лет. Ну, может, ставки повысились. Ставки? В чем? Ни один след к нему не вел. Чем его надо было так приложить, что он ко мне с еврами наперевес прискакал, а? А может, он узнал, что Шумахер задержан, поэтому тебя и тормознул. Верно. Но я еще никому об этом не докладывал. И семьи у Шумахера нет. Я не знаю. Слушай, ну не верю я, что это креста работа. Все эти суициды, совпадения, ну не его это стиль. И еще. Я не понимаю, при чем здесь Ситник? А он-то тут при чем? Ни при чем. Если не считать, что он тоже копал на креста. И была еще фраза. Ее Ситник сказал перед тем, как застрелить Лиду. Кстати, после этого он пытался покончить с собой. Мне так свидетель сказал. Что за фраза? Худшее позади. Что? Худшее позади. Так сказал Ситник. Помнишь, ты мне еще насчет схемки подкалывал? Там было написано Кричевский, ХП, Кричевский, Леня, Груспас. Сказал Доценко ту же фразу. Потом улыбнулся и спрыгнул. А, ты опять вот это начинаешь. Я тебе скажу так, это фантастика. Фантастика? 8 уважаемых бизнесменов отправляются на тот свет, продав все кресту. Это раз. Шумахер с окровавленной монтировкой. Это 2. Крест – зомби. Кричевский – зомби. Ситник – зомби. Это 3. Совпадение? Лёнь, не делай из меня идиота. Ладно, завтра померкую. А теперь пошли. Девчата ждут. Пошли. Так я тебе и кажу, что такие девки позбирались. Виктор Романович. О, это что за штрих? Не знаю. Виктор Романович, вы не могли бы уделить мне несколько минут? Да. Я Крюков, юрист Степана Николаевича. Mm. Я хотел бы поговорить. Это да, очень конечно. Важно. Извините. Да. Хорошо. Меня вызывают к начальнику ГУВД. Это мой зам Леонид. Начните с ним, а я подтянусь, хорошо? Ну, как кажут на Полтавщине, волком. Привет. Привет. О, Марина. Да? Ты ключи утром забыла на столике. Держи. На мое дело у тебя времени не нашлось. По НЛП. Это не то, что себе представляют дилетанты вроде тебя. Никто никого по щелчку пальцев в зомби не превращает. Человека могут побудить к принятию определенного решения. Но тут не может быть такого очевидного эффекта. Слушай, давай попроще. Я же дилетант. Грубо говоря, переписать дачу, вложить деньги – да. Выпрыгнуть из окна – нет. В любом случае для достижения результата нужен плотный контакт. А по щелчку пальцев этого добиться невозможно. А по звонку телефона? Слушай, меньше смотри всякой ерунды на ночь. Да?
а не ты 2 дня назад мне пела о жутком убийстве своей подруги? Так ты же его раскрыл. Я читала. Чистая хулиганка. Кстати, поздравляю. Увидимся. Константин Мирославович. Здравствуйте, Виктор Иванович. Вы ко мне? Да, но... Но мы уже все решили с вашим коллегой. Да, и что решили? Он расскажет. Извините, у меня совещание. Ну? И что поведал ваш Крюков? Да какой-то бред. Говорит, что крест в секту вступил, и что надо его вытаскивать оттуда. А он откуда знает? Я не знаю. Слушай, дай огня, а то где-то зажигалка делась. Дякую. А что Джура здесь делал? Який Джура? Ну, наконец-то! Сади его. Это еще зачем? Так это он сказал про... Все, свободен. Допрос будет. Сейчас нам все расскажешь. А не то что? Опять морду поравняешь? Я заяву уже накатал. Да. Я тебя засажу. Сопротивления не было. Чего бил? Кофе мне дай, голова будет. Лучше позади. Ты чего, Лянь? Витя, кто стрелял? Наручники давай! Отвоевался наш Леон. А в городе дождь и послушай.